Надо брать друзей с собой, чтобы они брали с собой видео, чтобы все это зафиксировали. И потом мы будем все вместе смотреть и радоваться. Нужно что-то такое более... Видеокамера. Вот, например, телефон. Да. Ну, может быть, систематизировать просто как-то все экскурсии. То есть, допустим, памятники одни, потом другие, как бы, чтобы по историям там все равно как-то памятники связаны. То есть, чтобы вытекало все одно из другого, и как бы так запомнится, так интересней. Я думаю, что во время экскурсии просто надо не пить, и все. И сразу все запомнится. Ну, просто надо запоминать то, что понравится, и все. За 10 дней 5 стран Европы звучит заманчиво, но может быть утомительным. Свои силы в отдыхе стоит рассчитывать. Если чувствуете, что перестаете воспринимать информацию, а поездка не приносит радости, отдохните от отдыха. Люди, когда они начинают перегружать себя информацией на отдыхе, наверное, это не очень правильно, потому что мозг, учитывая, что мы находимся в течение там, года в рабочем процессе, постоянно о чем-то думаем, занимаемся какими-то вещами нам не очень естественными, мозг, он требует расслабления, его не нужно перегружать. То есть, во-первых, изначально нужно правильно подойти к отдыху с тех позиций, что не надо, чтобы каждый день было много разных информационных экскурсий. Если же все-таки так вот получилось, либо нам, у вас интерес есть по этому поводу, но вы чувствуете, что информация не влезает, то опять-таки стоит вспомнить о том, что все наши возможности не имеют какие-то границы, и если вы чувствуете, что что-то не можете съесть, то возьмите, купите буклет, купите книгу, сфотографируйте, запишите на диктофон речь экскурсовода, чтобы потом дома, в поезде, в самолете, на обратном пути взять совершенно спокойно послушать, если это вам столь важно и интересно. И тогда ваша информация, вполне так разместившись и растянувшись по времени, спокойно уляжется в вашей голове.